пожалуй, самые назойливые и неприятные насекомые лета. Комары плодятся и размножаются у водоемов. Теплая сырая погода наиболее благоприятна для размножения кровососущих. В связи с чем муниципальные службы уделяют санитарной обработке городских прудов особенное внимание. Обработать предстоит 30 объектов во всех районах города. Площадь обработки составит более 18 тысяч квадратных метров. Если погодные условия позволят, мы планируем обработать все пруды от личинок комаров в течение недели. Обработка пруда «Серая шейка» в районе Дашкова песочня заняла около часа. Если погода позволит, дезинсектор объедет еще 3-4 водоема. Занимается обработкой специальный человек, который, надев защитный костюм, распыляет на прибрежные кусты и заросли раствор специального вещества. Экологическая смесь чистая, она только на комаров. И все. А для людей, для животных, для птиц она не влияет. При дожде это неэффективно, конечно, смывается все. А вот солнечную погоду очень хорошо. Практика показывает, что количество комаров значительно снижается. Единственное, что может помешать процессу – дождь. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».